Василиса, привет! А куда мы едем? Мы едем на море. Наконец-то мы выехали на море. И едем в Приморский Посад, в лагерь к Антибуру. Посмотрим, что это такое. Будем с детками играть, веселиться. Да, Василиса, ты готова? Да! Ну, отлично! Василиса, привет! Привет! А мы на море. Где море? Вот там море. А что это у тебя в руках? Ну, конфеты. Это не конфеты, это подарок морю, да? Подарок. Мы относим морю подарок, нашу музыку ветра, которую мы дома смастерили. Василиска, мы сыграем музыку ветра и посмотрим, а что море нам сделает в ответ. Ну что, идем к морю? Идем? Давай, беги к морю. Беги скорей. Давай, беги, беги. Давай, выбирай место, Васюша, где мы с тобой усядемся. Здесь будем сидеть? Вот такое вот тут у нас скалистое побережье. Ну что, открывай пакетик. Открывай. Открывай. Доставай. Теперь, Васюша, нам надо, чтобы наша музыка ветра поиграла, да? Давай, послушаем. Вот такую вот мы песенку сыграем морю. Чуть-чуть, не сильно, Василь. Ой! Вот такая тут музыка получается, да? Да. Ну давай мы здесь оставим нашу музыку, Васенька. И сейчас пойдем, наверное, смотреть, а что там наше море нам чем ответило, да? Надо посмотреть, вокруг пойти. Васька, ты нашла такую коробку, ну смотри. Что это такое? Это русалочка, Вася. Девочка-рыбка, ты посмотри. Ты видишь, тебе море какой подарок сделала, Васька. Кто-то она разговаривает, да? Вась, так это ж волшебство какое-то. Видишь, мы музыку поиграли. И такой вот подарок нам море сделала. Классно? Давай открывать коробку, давай. Давай, доставать ее. Снимай коробку и вытаскивай ее. У нее такой хвостик. Да? А ну еще нажимай. Тут написано, что она говорит 14 разных фраз. Это, Васюша, принцесса Ариэль. Ну, поднимай ее, вытаскивай ее из коробки. Ой, какие у нее красивые волосы. Видела она, когда разговаривает, у нее еще и хвостик горит. Видела? Ой, класс. Ты хочешь рыбку запустить? А мы уже второй день на море. Мы вчера вечером приехали, очень устали. И не смогли ничего сделать. Немножечко только поплакали и пошли спать. Зато, Василиса, что мы сегодня целый день делали? У нас сегодня рано утром была зарядка. После зарядки мы пошли на занятие, с зайчиком играли. Потом мы на другом занятии делали красивенную свечку, да? Да. Которую вот мы сейчас уже вечером ждем, когда зажгут на аллее лаванды. Лавандовая аллея. Это аллея добрых снов, на которой детки отдыхают, ищут свою свечку, нюхают аромат лаванды и ложатся спокойно спать, чтобы с улыбкой встретить завтрашний день. Васюша, ну что, пойдем нашу свечку искать? Идем. У-ху, как водичка? Тепленькая? Классно, да? Вот она, лавандовая аллея, на которой очень много свечек, которые детки сегодня сами делали. Вот такие вот свечки. Сейчас пока что еще не зажгли огонечки. Мы попробуем найти ту свечку, которую делала Василиса. Тот фонарик, который делала Василиса. Я его уже нашла. Сейчас покажу. Василисин фонарик вот здесь стоит. Вот он такой. Вот такой вот мы сделали фонарик.
из разного скотча, из камушков блестящих. И что самое важное, здесь, конечно же, написано, кому принадлежит этот фонарик. Он принадлежит Васе. Василисина, вот такая вот свечка, фонарик вот такой. А на дне фонарики в нашем лежат ракушки. Вот такая красота. Ждем не дождемся, когда же наконец стемнеет и зажгут уже эти превосходные красивенные фонари. Это твоя, да. Это твоя свечка. Свечка. Твой фонарик. Но ты его пока не трогай. Зажгли фонари. Вау! Видишь, как красиво, и буковки наши. Видишь, как видны? Чей фонарик? Васин, да? Вот такая красота. Красиво, да? Там столько есть всяческих камушков. Столько красоты. Ой, такая свечка красивая у тебя. Ты так горячая, да? Васюша. Ты такая молодец, ты такую красоту сделала. Мы сейчас здесь погуляем, подышим лавандой, немножко успокоимся и пойдем спать. Васюша, будем прощаться? Ну что, Василиса? Пока! Пока-пока, ставьте. Лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.